Я тут потихоньку ищу работу. Все-таки моя безработица, она не вечная. Мне осталось буквально там 2-3 месяца. И идут вот многие пропагандисты, паразиты. Они пишут, что в Израиле программисты получают 30 тысяч, там 25 тысяч, чертов ступи. И сколько не пишешь им, они спорят, такая реклама, там, вот вы выучитесь, там, та-та-та-та-та. Но я просматриваю объявления актуальные. Иногда пишут зарплаты. Вот пример такого объявления. Требования. Тестинг, ну, в общем, тут надо тестирование, знания в микроконтроллерах, FPGA, системах низкоуровневых, hardware. Нужно писать программы в C, C-Sharp во встраиваемых системах и тестировать приложения. Ну и поддерживать продукцию, в общем, там продукцию, это production line, ну, в общем, производство и мелкие проекты. Требования, значит, нужна первая степень B-Science, инженер по электронике, компьютеры или выше, как минимум 2 года опыта с, в общем, с подобным, и специфический опыт в микроконтроллерах ST, и, в общем-то, на C, и при приложении, вот это я даже не знаю, что это такое, VPF, ну, в общем, такое, и высокие персональные данные, зарплата от 13 до 15, грязными, конечно, чистыми это будет где-то 10, вот она, я так скажу, что у нас в Батьяме мусорщики, которые вот ездят, убирают улицы, кидают мусор, вот ящики, а они получают больше. Вот это все, что надо знать про Израиль и сколько здесь платят инженерам, программистам.